59,5 миллионов рублей в Башкортостане вложили в развитие частных детских садов. Из них порядка 36 миллионов – это деньги республики. Оставшаяся часть – субсидии федерального центра. Но такие цифры на оперативном совещании в правительстве озвучил министр образования и науки республики Айбулат Хажин. Финансирование открыто в рамках двух программ – федеральной и республиканской. Они нацелены на увеличение мест в дошкольных учреждениях. Благодаря этим инициативам внегосударственные детсады направят еще 1250 детей. В Башкортостане действует также несколько видов государственной поддержки частного дошкольного образования. Частный бизнес может претендовать на субсидии для возмещения затрат, например, на зарплаты и приобретение учебных материалов. Руководство региона также дает предпринимателям методические рекомендации и предоставляет аренду помещений на льготных условиях. В Уфе частным детским садам при использовании помещений под образовательную деятельность по программам общего дошкольного образования при наличии лицензии предоставляется понижающий коэффициент 0,25, то есть скидка 75% от рыночной стоимости. В Стерлитамаке негосударственным частным садикам предоставляется помещение при наличии лицензии в безвозмездное пользование. Всего в республике зарегистрировано 40 частных детских садов. В следующем году число мест в них, благодаря федеральной системе грантов, планируют увеличить еще на 400 единиц. Республиканскую же программу сертификатов дошкольного образования планируют распространить на другие районы Башкортостана. Сейчас она действует только в Стерлитамаке и Уфе и позволяет получить место в частном детсаду за цену, установленную муниципалитетом.